Всем большой привет! Хлебушек я с утра поставила. Только что сегодня у нас хлеб на картофельном отваре будет. Каждое утро Сергей, перед тем, как детей в сад вести, ходит к перепелкам и собирает яйца. У нас раньше вот в эту чашечку, не знаю даже, кстати, от чего она, помещали все яйца. Иногда горкой бывали, и я тогда делала какой-нибудь пирог, и сразу они исчезали. А теперь не помещается. Теперь Сергей уже их вот сюда вот складывает в полочку. Много яиц дают перепелочки. У нас там просто много перепелочек. Но, кстати, вот в последний раз в основном были мальчики. Ну, не в основном, больше просто мальчиков было, чем девочек. Но все равно вот несутся девочки хорошо, активно у нас. Не успеваем съедать. У меня тут помылась посудомойка. Спрашивали у меня вот то средство бюджетное, отмывает ли такой присохший жир и так далее. Честно, у меня ни одно средство, вот прям присохший жир, не отмывает. И, например, сейчас покажу. И, например, какие-нибудь присохшие пельмени тоже не отмывает. Вот, видите, это была гречка. Я была почти уверена, что так и останется. Это уже после посудомойки. То есть гречка, она вот, если ее сразу не залить водой, она как засыхает, она такая остается вот засохшая, присохшая. Неважно, мыл ты, не мыл. Так что сейчас заливаю водой и сама обычной тряпочкой, губкой, ну как обычной, моей любимой гринвейской, вот такой вот тряпочкой помою, все отойдет. Это я просто как эксперимент ставила, знаете, авось, может быть, получится. А пользуюсь я таблетками и вот такими вот бюджетными сейчас. Они вообще хорошо отмывают, вот чисто обычную посуду, они моют хорошо. И вот таким вот, это Сомат. Чередую, один раз такую, один раз такую. Если вижу, что посуда прям погрязнее, стараюсь вот это положить. Но особой разницы я не вижу. Вот от этой больше блестят именно стаканы, тарелки. Ну а от этой просто моется. В принципе, сейчас я вмыла вот этой бюджетной белой таблеткой. Посуда чистая. Ложки. Ложки, кстати, тоже были некоторые в гречке. Я тоже специально их сюда поставила, не отмывала. Но вот ложки помылись все идеально. И тарелки тоже некоторые были в гречке. Но вот тарелки, ну, все идеально чистые. Гречка на них не осталась. Только на кастрюле. И еще хотела показать. Тоже был вопрос такой. Выросли ли фикусы, которые я обрезала. Вот эти ветки я обрезала у фикуса, те, которые более-менее потолще, поставила в стакан, даже в два стакана. Вот все, которые были тоненькие, в другом стакане я собрала все тоненькие, а в этом потолще. Все, которые были тоненькие, они просто засохли. Не дали никаких корней, я их выкинула. Вот. А вот эти, которые были потолще, они тут есть покороче, подлиннее. Они, смотрите, все почти. Далее вот такие вот наросты, это будущие корешки. Так что фикусы проросли, вот они, особенно толстенькие веточки. Это к тому, что если вы хотите себе фикус посадить, у кого-то спросить, прям срезайте, можно веточку коротенькую, но она должна быть довольно толстая, тогда она прорастает. Вот, хорошо проросли. Просто стоят в воде, воду периодически я меняю. Ну, она иначе просто такая склизкая становится, неприятная. Так что оставляю тут. Потом, когда корешки будут побольше, я пересажу в стаканчики. Ну, там уже посмотрим, что с ними сделаю. Обещала раздать. У нас сегодня Миша в садике, Степа в садике. Поэтому отварила вот такой вот обычный вермишелевый супчик для Никиты. Никита вот такие супы любит больше всего. А если они с сухариками, так это вообще самое любимое. Еще зеленушки сейчас сюда брошу. С укропчиком он тоже любит. А зеленушка у нас вот такая вот. Мы мелко рубим укропчик, если покупаем. И она постепенно подсыхает. А потом в супчик добавляем. Вообще зеленушку обычно мы летом замораживаем рулоном. Прям укроп берем, такой вот пучок большой. Рулоном заворачиваем в целлофан и замораживаем. А зимой просто вот так вот режем. Но она у нас закончилась уже давно, притом, поэтому вот такой сухой сейчас пользуемся.
Я сейчас запялила пяльца, хотела начать вышивать котика, я и начну сейчас вышивать. Я же вчера купила флис, он у меня закончился. Я флис всегда беру в одном и том же месте, в одном и том же магазине, несмотря на то, что он там всегда дороже был, потому что он там в рознице. Ну, в общем, он мне нравился по качеству, и я его всегда брала. И вчера мы со Стёпой ездили именно в тот же магазин, взяла тот же самый вроде бы как флис, а сейчас я его развернула. Думаю, ну что-то мне кажется не так он выглядит. Особенно вот по этому шву я поняла, когда развернула. Вот этот шов у меня чуть-чуть по-другому на том флисе, который я до этого брала, выглядел. Сейчас вот кусочки нашла предыдущего. Он мне просто полностью закончился, вот кусочки остались. И вот действительно, он даже по цвету другой. Он немножко, во-первых, желтее, ну мне кажется. И вот он, видите, он пушистый. А этот флис, он как, ну, он, не знаю я, как объяснить, короче, он другой. Может быть, теперь в магазин такого флиса не поставляют, может быть, он закончился у них, не знаю. Она сказала, что да, всегда такой же был. Я еще вчера начала у продавщицы расспрашивать, а кто поставщик и где берете. Сказали предположительно, что 220 грамм, примерно, говорят, 220 грамм. Вот, поставщик Корея. Но они точно разные. Мне нужен был вот такой. Он, видите, он не тянется. Вот я пытаюсь растянуть. Он тянется в одну сторону немного. Другой не тянется. А этот флис, он как будто для одежды такой. Он тянется в разные стороны. И в эту сторону тянется. И в эту тоже как-то не сильно, но все равно он немножечко другой. Притом по плотности вроде бы они одинаковые, но все равно другой. Короче, я немножко расстроилась, что моего флиса больше нет. Но в любом случае я вчера взяла аж 4 метра, 2000 рублей потратила. Поэтому буду на нем вышивать. Он тоже мягенький, приятный. Я переживаю, как бы он быстрее не начал скатываться. Мне кажется, вот он изначально даже такой, как бы уже небольшими катышками, несмотря на то, что мягкий. Если вы вдруг знаете, где можно взять именно вот такой вот флис, плотный, толстый, не тянущийся, можете мне написать. Ну, хотя мне вот этого 2 метра хватит еще на ближайшие полгода точно. Вот сейчас сходила наверх, нашла еще кусочки флиса того, который мне до этого был. Вот у него край какой. Он и блестящий. И, ну вот видно прям сеточку. А вот на этом, который я купила, край, он более мягкий. Сеточку тоже видно. Но он так не блестит. Во-первых, тут прям блестящий какой-то. По цвету отличается. По структуре тоже немного отличается. В общем, точно 100% другой флис. Не могу сказать, хороший он, плохой, хуже, лучше, но другой. Сейчас показала Сергею то, что флис разный, а он говорит, что вот этот даже лучше, ну, который я вчера взяла, что он типа толще, плотнее, а мне наоборот этот больше нравился. В общем, не знаю. Ладно. Ну, в любом случае, теперь в ближайшие, не знаю сколько месяцев, буду вышивать вот на таком. Вот такой вот хлеб получился. Пока еще горячий, но мы хотим половинку отрезать, чтобы с собой дедушке дать. Попробовать. Картофельный, да, хлебушек. Ой, он там такой пышный. Он еще не остыл, конечно. Вот надо, это да. Надо ждать, пока остынет, а то он, видишь, слипается. Да? Представляете? Зачем мне дед мне отдал ему протеиновую печеньку? У меня, я ее жду. Еще один зуб выпал, Миша. Сейчас будет два подарка. Два подарка будет, говорит. Миша, почему два подарка? Расскажи ты зрителям. А то они не знают, Миш. А то фея забыла зуб. Миш, почему два подарка? Не кричи, просто расскажи. Потому что фея положила подарок, а зуб забыла. Вот так, фея подарок положила денежку, а зуб забыла забрать. Так что Миша говорит, я сегодня еще раз этот зуб положу и новый положу, будет два подарка. Вот так.
Миша довольный. Я сегодня на вечер решила сделать омлет. И как раз выходит, яйца из коробки все закончились, которые я сегодня с утра показывала. На двери остались, а все, которые были в коробке, все использовала. Девять. Да, молодец, отлично. И вот этой кучи полы какие цифры можно? Четыре. Можно я нарисую? Да, там пиши, там хорошо. Еще какая цифра лежала? Кто хочет чуть-чуть? Девять, хорошо. Кипенку. Еще один зуб выпал. Ух ты, ну вот видите. Значит, да? Сегодня... Завтра утром у меня будет два подарка. У Миши сейчас было занятие по ментальной арифметике. Он, кстати, немножко убегает вперед программы, потому что все легко ему дается, легко считает, и я очень рада. И он в конце говорит, ну, до свидания, до свидания. А потом уже встал, убежал, вернулся, а еще она не выключила камеру. Вернулся и говорит, я забыл вам кое-что сказать. У меня зуб выпал, и второй выпал. И начал про зубы ей рассказывать. Он сидит, улыбается. В общем, Миша повеселил. Да? Мама. Да, Миша. Посчитай всех вот этих шариков. Не, я не люблю Мишу эту. Ну, пожалуйста. Миш, ну я не люблю. Они некрасивые. Они еще почему-то голые. Зачем ты мне это показываешь? Ну, посчитай. Нет, я не буду на них смотреть. Там, WhatsApp смайлики. Не, Миш, такое на канале нельзя показывать. Смайлики Шреков голые, Миш. Никита на телефоне одноклассник присылает, а они смеются. В общем, что я хотела сказать. Скидочка в 1000 рублей на покупку любых курсов на сайте Sirius Future все еще работает. До 31 марта вы можете ей воспользоваться, получить 1000 рублей бонусом. И первое занятие все так же бесплатно. Притом первое занятие не только по ментальной арифметике бесплатно. Вообще первое занятие пробное. Оно как бы проверяет, хотели бы вы заниматься или не хотели. Оно бесплатное. А на этом сайте Sirius Future вообще не только ментальная арифметика есть. Там есть много различных интересных курсов. На сайте этом Sirius Future еще есть интересные курсы по арифметике, есть математика с 1 по 4 класс, есть чтение, есть скорочтение, есть подготовка к школе дошколят, так что вы можете записаться абсолютно на любые курсы и воспользоваться вот этой вот скидкой в 1000 рублей. Ссылочку на курсы оставлю в описании к этому видео, переходите, смотрите. В общем, все как обычно. Пока есть такая возможность, я бы обязательно попробовала, возможно, вашим детям тоже понравится. Миша с удовольствием занимается. Всем большой привет! Сегодня у нас уже пятница, я сейчас еду на выписку в роддом. Мне дадут выписку, там напишут все, что мне в прошлый раз сказали. В общем, буду знать, что делать в письменном виде, и эту выписку мне еще нужно будет отнести в женскую консультацию. После роддома я, наверное, сразу же заберу детей из детского сада. Нас сегодня пригласили в гости. В общем, заберу пораньше, поедем в гости. И еще хотели мы сегодня заехать с Сергеем в Леруа Мерлен. Не знаю, успеем или не успеем, но надеюсь, что успеем. И еще сегодня же я хотела заехать к брату. Мне нужно у него забрать глюкометр теперь. У него есть лишний глюкометр, я куплю тестовые полоски, буду измерять сахар. У нас опять замечательная погода, несмотря на то, что у нас все утро лил дождь, прям ливень был сильный-сильный. Уже, смотрите, все абсолютно сухо. Солнышко за облачками, сейчас за тучками какими-то, но тем не менее уже все высушило.
Я иду вот в этот роддом, но надо обойти эту решетку. Припарковалась там подальше, потому что у нас тут ДК еще, и парковочных мест обычно не бывает. Вот, а там есть еще вон там парковка, но я в прошлый раз по ней кружила со Степой, не могла найти место, поэтому решила вот на дороге на этой стать, там чуть подальше. Как раз прогуляюсь. Купила позавчера себе новую куртку, вот эту вот. Она на пару размеров больше меня, но зато она свободно на животе застегивается. Тоненькая курточка, притом у нее такой стиль, видите, рукава какие, на резинке длинные. Не очень удобно, потому что у меня тут часы, а она прям обтягивает. Ну ладно, в принципе, зато удобно то, что животик свободный, не нужно ходить расстегнутый. Мне понравилось. Это Zara Woman, взяла в секонде, как обычно. Вышла она мне там по весу было. Вышла она мне в 550 рублей всего лишь. Я смотрю, тут какой-то субботник. Все убирают. Чистота, красота. И пахнет свежесрезанными листьями, травкой. Весенней. Хорошо, как на даче, знаете, пахнет весной, когда все выходят на работу. Так и тут. Дали мне выписку. Сказали рекомендации. Все быстренько. Я думала, это долго буду сидеть. Нет, все очень быстро. Слушайте, ну погода вообще у нас прям нас радует. Что-то, наверное, сейчас градусов, мне кажется, 15. Потому что мне вот так вот, в этой тоненькой курточке, мне очень жарко. Там кто убирается, тот уже вообще в футболках убирается. Потому что, ну реально, очень тепло на улице. Очень хорошо. Вот так бы продолжалось. Очень не хочется, чтобы больше были холода. По выписке мне там написали еще рекомендацию гемоглобин типа пониженный, но гемоглобин у меня сейчас 105. И как она объяснила, что сейчас малыш забирает очень много белка себе, и мы за него боремся. Поэтому, чтобы вам тоже оставалось хватило, чтобы не было никаких проблем, желательно попить лекарства. Типа Ферумлек, Мальтофер. Я помню, мне их в прошлую беременность бесплатно давали. У меня всегда был гемоглобин ближе к концу срока беременности, пониженный. Ну какая тут красота становится. Все чистенько, все листики убрали. Молодцы. Активно занимаются благоустройством территории. Еще деревья вон беленьким снизу помазали. Побелка это или что? Что это? Чем мажут деревья снизу? Все, теперь я отправляюсь за детьми в детский сад. Попрошу их разбудить, потому что они еще, наверное, там спят. Сейчас у нас 3:30, они, наверное, в 3 часа только просыпаются. 3:45 у них вот этот плотный полдник. Ну, я называю это ужин. У них просто в расписании написано, что плотный полдник. Вот. Просто хочется пораньше поехать, не хочу опаздывать, не хочу торопиться. Если мы их поздно заберем, если они там в садике поедят, то мы в гости поедем очень поздно, а мы еще хотели вот в магазин заехать, в Леруа Мерлен. Я в прошлый раз, когда на вот этой детской площадке со Степой играла, гуляла, когда Никиту ждала, я припарковалась вот тут вот, как в этой машине. Только попой припарковалась. И... потом, когда выезжать нужно было, вот тут стало еще 2 машины. Сейчас я вот так вот стала. Тут стало еще 2 машины. И мне надо было задним ходом вот так вот выехать. Я начала выезжать и понимаю, что я не понимаю габариты машины своей. И тут идет девушка, вот прям какая-то молодая девушка мимо шла. Может быть, она просто увидела знак восклицательный на моей машине. Я медленно-медленно ехала. Я, знаете, я с такой скоростью ехала, вот как муравей бежит, честно слово, этим задним ходом. Вот. Я не понимаю, у меня такое ощущение, что я уже наехала на ту машину. Вот. И она увидела, что я медленно еду. И говорит, ну, показывает жестами, типа... подъезжай. В общем, начала мне помогать. Я даже не просила. Я реально подумала уже нажать на тормоз и выйти, посмотреть, сколько до машины осталось. А она начала мне помогать. Так приятно стало. Вообще, в общем, с помощью этой девушки я вырулила нормально и поехала. Притом, когда я выруливала, вот Сергей говорит, что это с опытом приходят вот эти все габариты машины. У меня такое ощущение было, что я уже на эту девушку раздавила, что я на ней еду. Но нет, оказывается, там еще было место.
А вообще я стараюсь всегда парковаться сейчас, ну, пока где машин либо мало, я лучше побольше пройду. Всё, и Миша, и Степа забрала. Кот! Ой, какой смешной, он туда лезет в окно, залез. На решетке вон сидит, хвост торчит, смотри. Вон хвост один торчит. А, да. Может, он там живет? Миша сегодня захотел красную шапку. И Степа увидел тоже, говорит, я красную надену. Он там, а я? Такое, что за планета? Я сейчас ее буду есть. Да? Да. Это у меня. Постелу? Да. Пакет? Да он легенький, неси. До машины донеси. Обязанность твоя будет по пятницам пакет самостоятельно носить. Все, мы все собрались, поехали. Степа даже успел еще раз покушать дома. В общем, мы едем туда, в сторону другого района города, в сторону южных районов города, можно так сказать. У нас город вообще очень длинный, и все районы вот вдоль Волги располагаются, один только район города не соприкасается с берегом Волги, Дзержинский район, а все остальные районы вдоль берега Волги у нас располагаются. А я сейчас наткнулась на видео с нашего канала, с предыдущего. Видео снято ровно 5 лет назад, как раз в март месяц, по-моему, март, как я поняла, потому что у меня там в вазе стоят мимозы. Мимоза у нас бывает только на 8 марта, то есть, скорее всего, март месяц. Ой, Мишенька там такой маленький, такой смешной, Никиточка маленький, а я беременна. И беременна, я поняла, почему, потому что у меня в беременности со Степой был вот тут огромный прыщ. И вот у меня этот прыщ там, вот. Мы ездили к моей маме в гости, моя мама тогда не стеснялась сниматься, и такой милый. Такой милый, такой хороший влог, длинный влог, там на обложке какая-то красная обложка с шашлычницей. И, в общем, влог начинается с того, что я сдаю на права и не сдала. И я как раз сейчас вот выезжала во дворах после сада, там просто повороты очень резкие такие. И я тогда на права не сдала как раз-таки на повороте. Там был немного спуск вниз, и я проехала... не смогла вписаться в поворот, а задним ходом нельзя. Вот, кстати, вот учебная машина едет, тоже обратила внимание. В общем, задним ходом нельзя сдавать, и сейчас я по поворотам ехала во дворах таким же, абсолютно 90 градусов, может быть, даже чуть меньше, чем 90 градусов повороты, и я медленно еду, вот сейчас свободно, так легко, думаю, что я, почему я тогда не смогла проехать, хоть я там тренировалась и с инструктором была, почему я не проехала, надо было просто медленнее ехать, а я что-то разогналась и не успела повернуть. Интересно было пересмотреть. У меня влог, где я сдала на права, почему-то YouTube удалил. Удалил этой осенью. Написано, что нарушение авторских прав каких-то или ну чего-то там. Нарушение какое-то. И влог этот удален. Но вот с попытками сдачи еще влоги есть. Интересно пересматривать. Но я, кстати, когда сдавала права, я-то сдавала на механике, не на автомате. И вот там же сцепление надо еще держать, чтобы медленно ехать. И вот в этой машине же так все идеально. Чуть-чуть нажал тормоз, чуть медленнее поехал, чуть-чуть отжал, чуть быстрее. Но тут вообще настолько легко ехать в этой машине, что можно скорость вот не регулировать дополнительными какими-то педалями. Намного, да, как на самокате, намного проще, конечно, чем на механике. Но при том передо мной тогда девочка как раз-таки, я тоже запомнила, на автомате тоже не сдала и тоже она не вписалась в повороты вот в эти. У нас вот цирк приехал, поставили цирк, а наш цирк большой закрыли на ремонт, наверное, года на два сказали. В этот цирк, а мы в этом цирке были, он когда был карантин, он тут у нас в городе застрял. Нельзя же было посещать цирки, вот такие вот мероприятия. И он тут около полугода, точно был даже больше, там какого-то даже маленького тигренка они спасли, выхаживали. Мы там были, да, мы там все видели. У нас сегодня такой туман, что даже Волгу не видно. Вот Волга прямо перед нами, и не видно ее.
ходили, Стёп. Помнишь, мы тут шоу самолетов смотрели? Самолеты летали. Где летают самолеты? Самолеты летали. Это наша набережная. Центральная. Зашла сейчас в Магнит в семейный, купила вкусняшек и детям купила ежика. Все, теперь они сидят, читают. Мартовского ежика купила до этого вот буквально неделю назад или две. Неделю, наверное, назад покупала февральского. Теперь мартовского зашла, купила. Кстати, в киосках Союз Печать ежик дешевле. Он там 52 рубля, а в Магните 59 рублей. А по подписке на почте, по-моему, 56 рублей. Ну там, в принципе, небольшая разница. Но если покупать постоянно, то копейка рубль бережет. Мы приехали в Леруа Мерлен. Сергей там пошел с детьми за тележкой, мы его тут ждем. Выбирает. А, 10 рублей там уже надо. В общем, мы уже к друзьям съездили. Сейчас у нас уже темно. Стёп, подальше отойди, а то пальцы прижмёт тебе. Вот такую вот тележку мы берем для того, чтобы таскать деревяшки. Миш, ты можешь капюшон снять, там не холодно на улице. Так, мы разделились. Никита и Степа пошли со мной. Вот мы взяли уже два кашпо. А Миша пошел с папой за деревяшками. Никит, нам нужно карнизы для штор. Вот тут шторы, значит, там где-то карнизы. Пойдем. Кстати, свернули и вот увидела, тут есть жидкое стекло. Это можно на стол в детскую потом положить, чтобы стол не пачкался. Легко будет мыть его. Стоит 1251 рубль. Здесь 100 на 160 сантиметров. Не такой большой, маленький. Мы пока брать не будем. Не знаю, какой стол там будет у Никиты. Просто чтобы знать, что они тут есть. Дошли мы до коробочек для хранения. У меня постоянно спрашивают, когда показываю ванную, где мы брали вот такие вот коробки. Вот, в Леруа Мерлен я брала. У нас две такие стоят в ванной комнате на втором этаже. Кстати, мне многие писали, что они могут заплесневеть из-за влажности. Простояли уже год, не заплесневели, все отлично. Но мы их, в принципе, не поливаем там. Вот сейчас они стоят 1567. Не знаю, за сколько мы покупали, не помню уже. Так, покажу пока, что мы взяли. Вот такие вот деревяшки Сергей взял для будущей кровати. Карниз мы взяли вот такой вот один. Кашпо это ведра. Ведра два. Сергей взял сейчас, я взяла два вот таких вот кашпо. Сначала взяла белые, а потом увидела вот такого вот бежевого цвета, мне больше понравились. Еще взяли вот 4 вот таких вот коробочки для Никиты. Потом мы ему в комнату поставим. Контейнеры небольшие еще взяли. Это дети себе выбрали, чтобы какую-то мелочевку класть самостоятельно. Взяли себе 2 таких вот маленьких бокса для хранения. Мы когда ехали сюда, мы еще на прошлой неделе хотели поехать, но заболели. Я помню, что я должна была взять 4 вещи. Показываю 3. 4, в общем, вещи. Карниз. Горшок, кашпо, карниз, кашпо, дощечки и что-то четвертое. Не могу вспомнить. Я сегодня весь вечер вспоминаю. Пока были у друзей в гостях, тоже вспоминала. Я не могу вспомнить, что четвертое. Вот так всегда. Надо было записать и сфотографировать. Но я забыла. Так, а пока я вам это все показывала, знаете, что делают дети? Они встали вон там перед колонкой, все дружно слушают музыку и танцуют. Музыку детскую включили. Все, выехали мы сейчас из Леруа Мерлен. Уже доехали до моего брата. У брата я взяла глюкометр. У него есть лишний. Дети там никак не поделят ничего. В общем, с детьми ходить по магазину, который им не интересен, очень сложно. Потому что они всегда найдут, чем бы им заняться. А в основном это какая-то бесиловка. Они начинают там бегать, прыгать. Я их постоянно успокаиваю. В общем, для нас это было еще то испытание. Съездить в Леруа Мерлен с детьми.
Все, едем домой уже. Дом покажу, что взяли. Ну, примерно то же, что я показала. Пройдусь по ценам, расскажу. Так, мы приехали домой, сейчас быстренько расскажу, что купили в Леруа Мерлен. По ценам тоже пройдусь, потому что очень многим интересно, что сколько стоит. Длинный чек получился. Чек у нас вышел на 9566 рублей. Что мы взяли по очереди? Планкин прям ХВ Оптима. Это что такое, Сереж? Палка. Палки. А, одна палка? Да. А, нет, три штуки тут написано, по 180 рублей. Тебе показывать, что ли, какие? Ну, просто скажи, что это. Это просто доски, да? Плоская палка. Это плоская палка. Дальше, бруски по 207 рублей, 6 штук. На 1200 рублей вышли. Это я вам показывала. Это брус, ну, вот эти вот большие деревяшки. Я их просто деревяшками все называю. Вот еще есть по 111 рублей. По 65 рублей деревяшки, гладкие по 450, штанга гладкая, белая, 450 рублей, это штанга карниз в Никитину комнату для штор, потом повесим ему шторы, плюс два держателя к этому карнизу тоже купили, держатели стоят, держатель простой 152 рубля стоит, две штуки мы взяли, то есть карниз и два держателя вышли в 800 рублей. Дальше Сергей взял 9 труб. Трубы стоят 54 рубля. Такие обычные белые трубы. Это на улицу он будет там делать. Взяли две вот такие вот корзины. Корзины мне понравились по цвету. Они плетеные. Взяли две вот такие вот большие корзины. И две вот такие вот маленькие. Большие корзины у нас в Никитину комнату на низ пойдут. А маленькие повыше на полочку, там просто расстояние между полками. По-моему, Сергей говорил 16 или 17 сантиметров. Вот эти вот, они в высоту 15 сантиметров, они туда отлично встанут. А внизу расстояние там побольше, туда встанет вот эта большая корзина. Корзинки Никита будет использовать по своему усмотрению, он может туда что угодно положить. В общем, потом решим, когда комнату доделаем. Комната у нас недоделанная. А то многие написали, что там ужасно, неуютно и так далее. Я вам показала, можно сказать, стройку, да, что там сейчас происходит. Комнату, естественно, еще доделывать нужно, еще эти стеллажи красить, кровать делать, шторы вешать, ковер я туда куплю. В общем, там будет потом уютно. Потом, естественно, я вам покажу. Но я думаю, это не прям вот ближайшее будущее будет. Ну, будем, естественно, уютно водить. Так, по поводу корзинок. Вот такие вот маленькие корзиночки стоят 928 рублей. А вот такие вот побольше корзинки 1172 рубля. Все, 4 штучки взяла. Я думаю, пока 4 штук хватит. Если нужно будет потом еще, они в Леруа, в принципе, постоянно продаются. Я думаю, можно будет докупить, если нужны будут. Дальше, ведро строительное, усиленное, Сергей взял 2 штуки по 115 рублей. Как обычные ведра. Ведра, я вам еще в магазине показывала, они там просто на улице остались, не стали заносить. Горшок для цветов, 152 рубля. А, это вот такие вот два горшка я взяла. Хочу пересадить в них лимон. У нас горшки какие-то маленькие стали для лимона, который... маленький, небольшой лимон, а маленький. Вот сюда пересажу лимон и мандарин, что ли, там растут. Они два вместе растут, им места точно не хватает. В общем, хочу пересадить. 152 рубля. Обычный вот такой вот пластиковый горшочек. Он идет вот с подставкой. Органайзер Фолди. 160 рублей. Это... синий. Это вот такой вот синенький. Это себе Миша такой взял. Синенький органайзер. 160 рублей стоит. И вот такой вот взял себе Никит. Он туда уже он положил кого-то из Лего. Такой стоит 178, что ли? Да, 178 рублей. Тоже органайзер Фолди называется. Просто немножко другой формы. Похоже, одинаковый цвет другой. А, да, они абсолютно одинаковые, слушайте.
Просто цвет разный и 18 рублей разница. Почему так? В общем, абсолютно одинаковые органайзеры. Горшок для рассады прозрачный, 41 рубль. Я взяла себе вот такой вот обычный прозрачный горшок. Сергей, когда увидел, на кассе говорит: Настя, это что, майонезная ведёшка? На самом деле, действительно, похоже на майонезное ведро. Я не подумала, можно было реально же взять ведро из-под вот этого сливочного сыра или майонеза. Но майонез в таких больших ведрах не продается, а вот из-под сливочного сыра, мне кажется, может быть, подошло. Я взяла эту штуку, знаете, для чего? Я пересаживала, когда за меня кулькас, я потом увидела, что, в принципе, его когда пересаживают, горшок режет либо разбивает, потому что луковицы так сильно разрастаются, что вытащить их невозможно. И там как раз женщина сказала, что если будете пересаживать, лучше пересаживать в какой-нибудь пластиковый ненужный горшок, а если хотите красиво, то потом сверху его в кашпо, в какой-нибудь красивый, вот типа вот так вот поставьте. И будет красота, и вам не нужно будет горшок большой, красивый, ломать. У нее был керамический горшок, она его молотком через полотенце разбивала. Так жалко мне было, а у нее еще огромный он был. В общем, мне тоже стало жалко мой горшок, который на втором этаже. Он у нас керамический, белый, красивый. Я думаю, я за миокулька пересажу вот сюда. И поставлю потом обратно в тот же горшок, землей присыплю, будет не видно, незаметно, но зато мне потом не придется его разбивать при пересадке. Он, кстати, пустил два красивых больших листа. Помните, говорила, маленький почему-то желтый стал. Он просто этот желтый отбросил, но зато две ветки большие, классные, новые вырастил. Притом за неделю они выросли, вот такого уже огромного размера. Я вам обязательно покажу тоже. Сейчас доснимаю вот этой вот покупки и покажу сразу. Так, дальше. Перлит. 2 литра. 57 рублей. Это вот такая вот штука. Насыпается в землю для растений, как удобрение. Как разрыхлитель почвы. В качестве дренажа для горшочных растений. Перекрест тоже продается. Ну, в принципе, 57 рублей недорого. В почву насыпаем, перемешиваем все это. Это я для своих цветочков. Шкант белый. 70 рублей, одна штука. Это, я так понимаю, вот такие вот штучки. Угу. Это Сергей взял. Не знаю, что это. В общем, шкант. Деревяшки соединять. Угу. Это полки, да, я поняла. В общем, полочки, когда Сергей строит, соединяется. Так, дальше. Кашпо мозаика кремового цвета на 6,5 литров. 398 рублей. Я взяла две штуки. Это вот такие вот горшки. Большие пластиковые горшки. Я их буду использовать на улице и дома тоже. Сюда я хочу пересадить. Они очень широкие. Притом они все неровные. Я сначала подумала, что это какой-то брак. Сергей тоже говорит, что-то неровное взяла. Я говорю, они там все такие, там были и белые, и вот такого вот цвета. В общем, я хочу сюда эустомы, которые короткие, не длинные, а короткие, 25 сантиметров, посадить, прям вот, наверное, 4 штуки посажу, и будет такой кустик с цветами. Я этот кустик буду летом ставить на улицу, у нас будет лавка вот тут рядом с верандой. По бокам лавки поставлю два горшка, вот. А когда будет... Что хочешь? У нас пожелтеть, растрескаться. Ну и провели. Провели. В общем, по бокам лавки хочу поставить вот эти вот кашпо. Я вообще искала обычные самые, знаете, типа такие коричневые, полукруглые, но там таких не было. Нашла самые простые вот такие. Посажу туда цветы, по бокам лавки поставлю, а осенью занесу домой их. И, скорее всего, тогда получится, что эустомы не однолетние, а многолетние. Вроде так говорят, что так можно делать. Так, дальше. Штанги для штор взяли. Как я сказала, по 152 рубля они, по-моему. И еще мы взяли... Еще вот такую вот одну разделочную доску взяли. У нас просто разделочные доски все большие, они неудобные. Либо маленькие, они пластиковые, они некрасивые. Вот такая вот доска симпатичная одна. Доска стоит это
267 рублей из бамбука, размер 20 на 30 сантиметров. Так, ну вроде на этом все перечислила. Такие были у нас покупки сегодня в Леруа Мерлен. На все мы потратили 9566 рублей. Вроде не так много всего взяли, но много взяли деревяшек. И это важно. Так, из этого всего, что я показала, корзины и вот два горшка, это 6000. Все остальное не такое дорогое. Планки. Самые дорогие вот, вот корзинки оказались, но зато они очень уютные. Можешь показать, что такое планкин? А, вот, это называется планка. Планкин. Это брус? Это брус. Все. Ну все. Ну, и... Пойду я покажу, как у меня вырос замиокулькас за неделю. Вот, смотрите, как у меня вырос буквально за неделю замиокулькас. Дал вот такие вот две большие ветки. Вот тут был желтенький этот листик, который я говорила, ой, что-то пожелтел. Он просто отвалился, видать, он ненужный был. А вот такие вот ветки красивые, новые выросли. Так, для чего мне этот горшочек? Я все вытащу, поставлю в этот горшок, поставлю обратно. Если что-то будет торчать, то, может быть, обрежу. И присыплю землей, чтобы не видно было. Будет также стоять тут, просто вот в таком вот пластиковом горшке. Вообще очень мне нравится, как тут стоит этот цветок. Я, кстати, его периодически верчу, потому что ветки, когда начали расти, они прям начали расти на одну сторону сильно. Я так поняла, что они, наверное, к свету тянутся. И днем у меня вот так стоит этот горшок, чтобы эти веточки не туда наклонились, а вот туда. А то тут всего лишь одна. В общем, чтобы как-то немножко симметрично сделать. Я, кстати, когда смотрела, хотела диаметр померить. Этот горшок мы тоже брали в Леруа Мерлен. Хотела найти такой же, внутрь воткнуть, чтобы посмотреть, подходит или не подходит. И не нашла таких горшков. Нашла точно такие же желтые, но желтые они были меньше. Ну, по форме абсолютно такие же, но меньше. И больше таких вот белых нет. Наверное, все разобрали. Больше не завозят. А вообще, брала изначально этот горшок в ванную комнату на второй этаж. И он у нас там стоял, и в нем рос щучий хвост. Ну, теперь вот тут стоит спальня. Так, я, наверное, пересаживать сейчас это все не буду. Оставлю на завтра занятие. Буду завтра пересаживать, а то сейчас уже поздно. Сейчас покушаем и спать уже будем ложиться.